Всем большой привет! Те, кто не смотрел еще каталог Avon номер 7, давайте посмотрим, полистаем вместе. Вместе с заказом по шестому каталогу я вам показала к седьмому аутлет, и мы с вами посмотрели фокус. В фокусе хорошее предложение на новые водички будут. Если берете 2 и более аромата, 50% скидки. Можно обратить внимание. И также была хорошая акция на парфюмы мужские Виктори. Ну или Виктори, я не знаю, как правильно. В общем, Виктор. В любом случае, 2 и более аромата, 40% скидки. Будем листать седьмой каталог. И я вам обещала показать цены 40% скидки по шестому каталогу на две воды. Одна из линейки ТТА. Это у нас, так, сейчас покажу, Tomorrow, 671 рубль получается, 40% скидки. А парфюм Faraway Glamour 479. Я пообещала в конце ролика прошлого, но, видите, забыла. Ну и также я брала в аутлете бутылку. И она у меня, я сейчас тоже покажу сразу цену, для тех, кому интересно. Вместо 399, 339 рублей получилось. Ароматы, которые я вам озвучила, цены, были вот так. Faraway и Tomorrow. Вот эти два флакона. И цены 40% скидки. Очень выгодно. Все, теперь мы с вами листаем седьмой каталог. У основной территории он будет работать с 5 мая по 25 апреля. У трендсеттеров, я вам сейчас скажу, с 24 марта он начнет работать. Трендсеттеры идут на 2 каталога впереди. Ничего для этого делать не надо. Нужно жить на этой территории, которую Avon определил в эту зону. Очень выгодное предложение будет на тушь. Это эффект стойкости. 24 часа стойкости у туши. Если вы будете брать 2-3, то 40% скидка на туши, и 4 и более 50% скидки. Поэтому обратите внимание, представители, тушь, кому нужна, она в двух оттенках, суперстойкая коричнево-черная и черная, суперстойкие туши. Основная цена 349, и вот представляете, если 50% скидки, это выгодно. Впереди лето, море, бассейны, пляжи, дожди, и все это будет для стойкой туши хорошо. Смотрим новинки, сплошные новинки, суперстойкие тени и карандаши. Тоже можно обратить внимание, тени идут с точилкой. 1,4 грамма, то есть получается карандаш небольшой, но карандаш, стойкость цвета 0,35 грамма, то есть 1,4 это достаточно много, да, получается. И, как я поняла, здесь выдвижной карандашик и вот с точилкой самозатачивающий. И стойкость цвета тоже вот в нескольких оттенках, можно обратить внимание. И зеленый есть изумрудный, и коричневые, ну вы сами видите все. А в этих тенях от черного, ежевичного, темный шоколад, беж и бронзовый рай. То есть вот такие нейтральные оттенки темные. Ну, интересно, вот я на это обратила внимание. В прошлом году я в Faberlic брала стойкие карандаши. Так как я хожу в спортзал, мне круглый год это пригождается. Поэтому, возможно, карандаши какой-нибудь коричневенький, темненький. Вот бронзовый рай, например, я и возьму. Так, листаем дальше. Не зря я одну из таких помад взяла в эту косметичку. Она идет по шок цене. Действительно стойкая, реально стойкая. Я сегодня свотч делала, я его еле отскоблила, то есть двухфаской снимала. Тоже супер стойкий макияж. Идет тональное средство и консилер. Консилер у меня есть, мне он понравился. Чуть-чуть подсушивает. Ну, стойкие продукты часто подсушивают, это неизбежно. Пробую новинки первой. Хорошая скидка, как я вам уже по фокусу обратила внимание, показала. Будем смотреть. Выгодная
страничка 329 рублей, если на 449 рублей по каталогу, кроме акционных страниц, купите товар. Это касается наших не представителей, а как называются, клиентов. Это касается клиентов. Далее. Очки. Очки. С ультразащитой, в общем, для глаз. Это хорошо, потому что бывают очки, которые без такой защиты и приносят скорее вред глазам, чем помогают. На лето ароматики в спреях парфюмированных. Цены ниже, чем в прошлом каталоге, но видите, здесь нет аукционной цены, что берете два, и цена еще ниже. Поэтому, если вот тут Tomorrow 990, ну, 1000 рублей, даже если будет у вас 31% скидки, то получается 700 рублей. И в прошлом каталоге я брала 2, и получается 670. Ну, конечно, 670 и 700 рядом, но в любом случае набрать на 31% скидку не каждому дано. Поэтому можно обратить внимание на прошлый каталог, если берете 2 аромата. Так, тут ТТА. Вот она, линейка парфюмов. Если берете 2, то за 2 у вас будет вот эта цена. Поэтому можно обратить внимание, лучше в 6-м взять пробники, а в 7-м уже выбрать себе аромат. Мне они понравились. Например, ароматы я нанесла на пульсирующие зоны, 2 на запястье, 1 на локтевой сгиб. На запястьях, ну понятно, я за какое-то время несколько раз уже руки помыла, я не буду говорить про эти ароматы, которые на запястьях. А вот локтевой сгиб, прошло уже 3 часа, аромат яркий остался. То есть его чувствуешь, достаточно высокая стойкость у них. Далее, специальная цена, если берете один аромат 10 мл женский плюс мужской, то 399 рублей. Это предложение касается только этой страницы. Отдельно они дороже намного, получается 201. Так, Attraction, парные ароматы. Rhea Gold во втором уже каталоге. Возвращение аромата, не знаю, надолго или нет, но вот видите, вернули. Два аромата взять выгодно, можно обратить внимание. Какие тут идут. Очень я хотела Miss Mirais. 700 рублей. Нету вот акционной скидки. Не знаю. Но вот он у меня в хотелках. Остается в хотелках. Подожду, когда будет там более выгодная цена. А так очень понравился. Кто любит сладкие, можете взять пробник, потестировать. Так, ну тут такая хорошая цена, можно обратить внимание. Новиночки. Я сначала обрадовалась, подумала, что это продолжение вот этой линейки, но приглядевшись, флаконы, конечно, похожи, но эта линеечка все-таки другая. Здесь тоже ароматы цветочные идут. Коллекция Avon уже. Роза, фиалка и лилия. Давайте вот тут можно страничку потереть на лилии. Давайте посмотрим. Ну да, аромат лилии чувствуется. Здесь даже зеленый аккорд, садовая лилия и мускус. Бергамот, лепестки фиалки, пачули. И первая личи, болгарская роза, пряная ваниль. Ну вот болгарская роза мне, конечно, покоя-то не дает. И цены, вы сами видите, 500 рублей один флакон. То есть это туалетные водички. То есть они очень похожи внешне, да, вот на эти парфюмы. Но эта коллекция дорогая. Это действительно парфюмы. Хорошая у них стойкость. А тут туалетные воды. Так, возвращаются летние молодежные ароматики, такие по 100 мл. Можно обратить внимание. Петит.
уже их 3 вышло. Имари 4 штуки. И у каждого есть уже свои любители, поэтому можно обращать внимание. Здесь уже, видите, цена высокая. Успела я мой гламурчик взять. Вы посмотрите, какой шикарный флакон. Вот на картинке я не видела, что флакон выглядит так красиво. Не знаю, как вам показать-то. Ну, вы только посмотрите. Да? Он весь граненый, он весь прямо... Ух, какой красивый. Я прям наглядеться не могу. Спать бы с ним не лечь. Так, далее. Вот он, этот Виктор, который идет тоже по хорошей скидке. Если берете 2, их тут действительно 2, можно обратить внимание. В них 75 мл, поэтому любимым мужчинам можно выделить. Первая туалетная водичка, древесно-ароматический аромат, мандарин, кедровый лист, пачули. И второй, фужерно-древесный, мадагаскарский черный перец, индийское масло. Давайте потрем что-то прямо. Надеюсь, это не будет мужиком пахнуть. Нет, пахнет. Вот как бы разные, вот абсолютно же разные бывают ноты, но что ж у меня на мужские ароматы нюха нет. Пахнет чистым мужчиной и все. Так, далее смотрим. Последний раз в каталоге, смотрите. Уходит один из менов от нас. Фужерно-цитрусовый аромат, бразильский мандарин, шалфей, черное дерево. Если есть любители, обратите внимание, а то уйдет и не успеете поймать. Смотрим дальше. Много мужских. Эйвен молодцы. Обращают внимание на мужчин. Вы посмотрите, какая хорошая линейка. И в бюджетной, и в дорогой линии. 399 при покупке 2. Так, тут у нас что? Моноароматы мужские. Можно обратить внимание. Вот тут один лимон, цитрус. А второй что? Мускус, что ли? Кедр. Кедр и лайм. 300 рублей. И X-Series. Тут аж 5 уже ароматиков. 299. Хорошая цена. Ой, спину стреляет. Третий ролик стоя. Снимаю и стреляет. Наборы мужские. Можно выбрать цены. Надеюсь, видно. Кактусовый перевал. Новиночка. Смотрела, смотрела, не взяла. Но прямо вот интересно так, да? Название кактусовый перевал. Прямо пустынька такая. 139. Хорошая цена для помады леди. Так, вот здесь предлагается... Вот. Видите, здесь было. Покажи покупателям лучшие предложения каталога 07. Обрати внимание покупателя на страницу 2-9. А, 2-9 мы уже с вами обратили внимание. Тут уже 74. Это я уже, видите, как всегда начинаю притормаживать. Так, ладно, дальше смотрим. Супер тонкие стрелки, подводка для глаз. Вот так ее нарисовали, что она для меня показалась новинкой, хотя она уже давно, да, в каталоге. Очень многие хвалят, девочки, масло, особенно которое сверкает. Я тоже все время на свотче смотрю, девчонок слюни пускаю, но я знаю, что я масло не люблю для губ. Но так оно красиво переливается всегда. Туши, подводки, карандаши для бровей. Так, тут дальше смотрим. Матовое превосходство, невесомость, помадка 229 и румяна в шариках. Здесь я вижу кисть. И вверху вот эти недавние новинки, карандаши, золотое мерцание. То есть они все такие, видите, 4 светленькие оттенка. Кто любит светлые блестящие стрелки, тоже можно обратить внимание. Тушь Супер Шок. Кисти. Помадки смотрим. Так, запас ограниченный, матовое превосходство на некоторые оттеночки. Вот тут дорогая страница, бескидочная. Опять показываю тени, дополняя друг друга оттенки. Встроенный праймер для мейка нового уровня. Палетка теней для век.
28 грамм, 1600 я округлила. И на девушке такой достаточно яркий темный макияж. Вот вы видите тут сами тени яркие. Такой темный. Помада лайнер для губ Tattoo Effect. Подводка лайнер для глаз Tattoo Effect. И лайнер для бровей тоже Tattoo Effect. Помада взрыв цвета. И помадки с этой стороны. Лайнеры для губ. Богиня Heavy Metal. Ну тут туши. Нужно обратить внимание. Помадки. Блеск для губ 199. Зеркальный блеск. Ну, остальные цены невыгодные пока. Новинок не вижу, поэтому можно просто обратить внимание на страничку, кому что нравится. Для ногтей. Лайки. Гель эффект 169. Хорошая цена на помадку. 239 рублей. Специальная цена. Ну и тут условия. Купи любой товар с определенных страниц. И получишь помаду подешевле. Пинцет. Не забудь купить, если вдруг кто-то забыл. Новиночка, блеск для губ в удобном формате. Но на самом деле вот для меня это не очень удобный формат. Такой носик именно. И в этом блеске 10 мл. Потрите страницу и ощутите аромат на руке. И тут аромат, смотрите, видимо, разный, да? Вот вишня, смородина, слива, персик, клубника. Этой рукой я уже терла, этой, правда, тоже терла. О, клубника, да, такая. Глянцевая клубника с ароматом странички вместе. Так, Color Trend. Так, смотрим дальше. Чтоб не бликовало, не отсвечивало. Мне надо со стороны снимать. Вы даже не представляете, где я нахожусь. Между кухней и коридором. Вместе со столом. Если кто-то захочет в семье в туалет, им придется либо под столом проползти между мной и камерой, либо терпеть. Так, мультимаскинг. 99 рублей. Это хорошая цена на маски. Вот тут тоже даже предлагаются моря Греции потереть страницу. У меня пальцы кончились. Ну, давайте вот один выделим. Ой, пахнет морями Греции. Теперь я знаю, как они пахнут. Или это водорослями пахнет, с экстрактами водорослями. Ну, на самом деле вкусный аромат. Я уже третий ролик немножко устала, поэтому, наверное, неудачные шутки отпускаю. Но в любом случае... Аромат действительно приятный. Обратила я внимание на вот маски. У меня подружка позвонила, попросила рассказать про маски, какие есть в Avon. И я обратила внимание вот на эту маску, драгоценный металл. И сейчас покажу на вторую, на которую я вот. Маска пилинг и сияние. Маска пленка пилинг и сияние 75 мл. Вот прямо что-то она меня зацепила. Может, потому что подруга сказала, расскажи про маски пленки, и я вот на нее обратила. Так, ладно, смотрим дальше. Кстати, вот увидела и вспомнила, что я обещала до 9 позвонить и рассказать, какие маски пленки. Время без 29. Сейчас долистаю, буду звонить и фотографии отсылать. Хорошо, с вами вспомнила. Любой продукт пошел к цене, но тут продукта немного, всего 10 мл. Я когда заказывала, вам показывала. То есть там немножко. Но ночная очень понравилась мне маска. Пляжное махровое полотенце 900 рублей в двух оттеночках. Можно обратить внимание. Дальше идут купальники. Так. Украшения. Сумки. Беленькая такая, интересненькая. Я думаю, видно, да? Заколки.
платье 2000. Так, и часики. И вот смотрите, какой женский шарф, интересно. Шелк, что ли? Полиэстер. 180 на 40. Голубой. 499 рублей. Ну, интересненький такой. И смотрите, какая брошь интересная в форме ракушки. Вот такие броши интересные. Здесь браслеты. Предлагают вариант сразу несколько повесить. Так, тут у нас что? В двух оттенках кольца. Желтенькие и беленькие. Габриэла. Покрытие родием. Платина. Вставка фианит. Красиво, конечно. На шею. И кольцо. Красиво. Ну, цены, я думаю, видно. Я уж не буду озвучивать. Такое интересное тоже, смотрите, интересное. Украшенница. В украшениях я все время зависаю. Мне их много и все время люблю рассматривать. Сумочки 2500, 2900. Ну, те, которые по шок-цене, потом получаешь шок при получении. Часто такое бывает, что качество, конечно, отстает. Так, мы с вами 162-я страница, а тут почти 300 страниц. Я что-то, наверное, совсем медленно к вечеру, к 9 часам притормаживаю. Спортивный набор. Сумка и пояс для бега. Набор кухонных полотенец, скатерть. Ну, красиво. Смотрится красиво. Детская одежда. Сейл. Сильно надолго не буду затормаживать на сейле. Ой, смотрите, какие серьги интересные. Нравятся мне. Такие вот висюльки с двух сторон, сзади, спереди будут. Надо будет подумать. И браслет симпатичный, и колечко. Ну вот я говорю, я как увижу украшение. Смотрите, какое кольцо интересное. Хатти. Ну все, я уже сразу зависала. Так, женские ремни. Три штуки разные. Так, вот такой сейл, распродажа. До 70%, поэтому нужно внимательно смотреть на каждую, чтобы понять, что тут сильно выгодно, что не совсем выгодно. Дальше начинаются шампуни Advan Technics. Тоже не буду я сильно задерживаться на каждой странице. Да? Любой продукт 139, вы и так видите. Инканта. Инканты 3, да? 1, 2. Ежевика, мускус. А в распродаже у нас уходит розовый букет и кашемир. Вот это. Линейка. Нефритовый цветок, шелк. Планета спа. Дальше смотрите, с этой стороны новиночки. Крем для тела, ритуал аюрверды. Гель выговорил. Магия эфирных масел. Давно я планету спа не брала. Новиночка, наверное, большой объем. Лосьон для тела. И крем для рук, выравнивание тона кожи. Вот такая новиночка. Идеальный тон. Линейка вышла. Так, я. С кокосиком. Я. С бананчиком. Какао.
роза. Так, для бритья продукты. Для коррекции фигуры. Тут маска, кстати, для тела моделирующая. Продукты для ног. Новиночки, дезодоранты. Свежесть, абсолютная свежесть. 48 часов защиты обещают. Для интимной гигиены продукты 135 рублей. Подростковая линеечка. Детская. Пора бы ее заменить, хотя бы дизайн поменять. Так. Naturals, гели. Наборчики. И у трендсеттеров уже лето наступает. И солнцезащитные средства появляются. Можно обращать внимание. Для усиления загара продукты. После загара продукты. Так, тут я не буду сильно задерживаться. Мы с вами уже к концу подходим каталога. Пены литровые, да, при покупке двух и более 249 рублей. Новиночки, лосьоны, всякие сыворотки для ног, ананас и чайное дерево. При покупке двух цена в желтеньком квадратике, прямоугольничке. При покупке двух и более можно посмотреть, тоже более выгодная цена. Можно три продукта за 299 рублей выбрать. Поглядеть на цены и выбрать самое выгодное. Восьмой каталог будет выглядеть вот так. Так. Новиночки. Нутриэффект поменял упаковку. Чушка стреляет. Масло для умывания, мицеллярная вода с маслом шеи питания. Так, здесь омоложение, здесь увлажнение, можно обращать внимание. Матирование и смягчение, то есть какой вид кожи, на то и обращать внимание. И здесь бережно удаляет макияж без раздражения, благодаря экстракту центеллы азиатской, успокаивает, смягчает кожу. Что нам тут предлагают? Смягчающая мицеллярная вода для лица 400 мл, 200 мл. 199 рублей 400 мл и 160-200. Конечно, большую взять выгодно. И он подходит для чувствительной кожи. Все, пролистали мы с вами каталог номер 7. Также мы с вами с заказом по 6 смотрели аутлет и фокус. Спасибо огромное за внимание, за просмотр. Давайте я вам положу мою новинку, красотинку. И буду прощаться. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Спасибо, что ждете мои обзоры. Очень приятно. Тем более я теперь их далеко не первая выкладываю. Но в любом случае приятно, когда меня ждут. Всем хорошего настроения и всем пока!